просто разрешаю вам снимать. Я не знаю, кто еще может позволить снимать в такой момент. Он вот неоднократно меня спрашивал: слушай, ты волнуешься перед концертами? Я говорю: ну, немножечко. А я ужасно. Сначала я познакомился с его голосом. И когда я его увидел, я поразился, насколько мое представление совпало с тем, что на самом деле. Вот здесь Михаил Михайлович с мамой жили, Раиса Яковлевна. Вот это их лестница, уже новая, правда. Ему нравились очень красивые женщины, высокие, стройные, умные. Вот я не помню рядом с ним ни одной дуры. Из зала я получаю записки, сейчас последняя записка была к моей жене обращается. Наташа, ваш муж в отличной форме. Эти живые глаза, этот озорной блеск, это какая-то несусветная печаль в них и такая же ирония. И какой-то едва, но в гомеопатических дозах, растворенный яд. К юбилею Михаила Жванецкого. Премьера. 8 марта. На Первом. Что делать? За продолжение жизни мы платим старостью. Кто виноват, что все так дорого? Да, неплохо сказано.